Год назад в Нижнем Новгороде появилось такое модное направление, как квесты. Загадки, которые человек решает в режиме офлайн. Если раньше все квесты были только в компьютерных играх, то сейчас это происходит в реальности. Сразу после новогодних праздников в нашем городе открылся еще один квест. Он отличается от уже существующих тем, что комнаты, которые здесь есть, уже протестированы в разных российских и зарубежных городах. Все начинается здесь. Голые стены, трубы, жесткая кровать. Ощущения не самые приятные, хочется скорее покинуть это помещение. Однако сделать это не так просто. Нужно поломать голову над тем, что может помочь совершить побег из тюрьмы. Находясь за решеткой в замкнутом помещении, люди открывают в себе скрытые способности. И, как правило, им удается открыть дверь. Но решить эту загадку удается все же не всем. Если они не выбрались, то мы их просто открываем. И если им интересно, мы можем рассказать им, что они сделали не так. И они могут поучаствовать снова. Покинув тюремные нары, игроки оказываются в следующей комнате. Здесь их ждет масса сюрпризов и неожиданностей. Решив все загадки в этом помещении, участники квеста попадают в лабиринт. Также в новом квесте есть комната фотолаборатории. Интерьер этого помещения переносит игроков в далекие 80-е. В фотолаборатории обитает призрак, и людям предстоит сделать то, что в обычной своей жизни они никогда сделать не смогут. Совершить побег из реальности может любой желающий, вне зависимости от пола и возраста.